Вы смотрите видео об отеле Евонавик. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Евонавик расположен в стране Черногория в регионе Будва и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Вилла находится в тихом районе города Будва, в 150 метрах от Славенска Плеза, через дорогу. Рядом с виллой расположено множество магазинов, ресторанов и кафе. От аэропорта Тивот 20 километров, от Подгорицы 60 километров. Разрешено готовить, нет прачечной и утюга, есть возможность подключения к интернету в номерах бесплатно, сейф только у администрации бесплатно, все номера и апартаменты имеют вид на соседние дома и дворы, кроме апартамента номер 12, который не имеет террасу, но через окно боком видно море. Покрытие пола везде, керамическая плитка. Не принимают животными. Вилла находится в тихом районе города Будва, в 150 метрах от Славенска Плеза, через дорогу. Рядом с виллой расположено множество магазинов, ресторанов и кафе. От аэропорта Тивот 20 километров, от Подгорицы 60 километров. Примечание: не принимают животными, разрешено готовить, нет прачечной и утюга, есть возможность подключения к интернету в номерах, бесплатно, сейф только у администрации, бесплатно все номера и апартаменты имеют вид на соседние дома и дворы, кроме апартамента номер 12, который не имеет террасу, но через окно боком видно море. Половое покрытие везде, керамическая плитка. Номерной фонд отеля состоит из 2 этаж. Номер 1 Studio 03, 20 квадратных метров плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня. Номер 2 Studio 03, 22 плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня. Номер 3 Studio 02, 18 квадратных метров плюс терраса 8 квадратных метров, французская кровать, мини-кухня. Номер 4 Studio 03, 20 квадратных метров плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня. Примечание: Studio номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4 имеют общий коридор. Номер 5 ДБЛ, 14М2 плюс терраса 6 квадратных метров, французская кровать, ванная, душевая кабина. F04 плюс 1, около 100 квадратных метров плюс 2 террасы 20 квадратных метров с частичным видом на море и 15 квадратных метров с видом на гору, большая кухня с посудомоечной машиной. Гостиная, 2 кресла и раскладной диван, 2 спальни в одной, французская кровать, в другой 2 односпальные кровати. 2 ванных комнаты, одна с душевой кабиной, другая с ванной, стиральной машиной. Полы, паркет 3 этаж. Номер 6 Studio 03, 20 квадратных метров плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня, ванная, душевая кабина. Номер 7 Studio 03, 20 квадратных метров плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня, ванная, душевая кабина. Номер 8 Studio 02, 18 квадратных метров плюс терраса 8 квадратных метров, французская кровать, мини-кухня, ванная, душевая кабина. Номер 9 Studio 03, 20 квадратных метров плюс терраса 12 квадратных метров, французская кровать плюс отдельная кровать, мини-кухня, ванная, душевая кабина. Примечание: Studio номер 6, номер 7, номер 8 и номер 9 имеют общий коридор. Номер 10 ДБЛ, 14 квадратных метров плюс терраса 6 квадратных метров, французская кровать, ванная, душевая кабина. Примечание: в этом номере самая большая французская кровать 2 метра ровно на 2 метра ровно, 4 этаж. Номер 11 ДБЛ, 14 квадратных метров плюс терраса 6 квадратных метров, французская кровать, ванная, душевая кабина, мансарда. Номер 12 F03 плюс 1, 50 квадратных метров, без террасы. Гостиная, мини-кухня, раскладной диван. Спальня, французская кровать и отдельная кровать. Ванная, душевая кабина. Примечание: апартамент квартирного типа, через окно боком видно море. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть ежедневная уборка, ежедневная смена полотенец, смена постельного белья, через 3 дня. Пляж, муниципальный, через дорогу, мелкая галька. Муниципальный, через дорогу, мелкая галька. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.